Тысячи утра отрасурупам Рупам тасякача бурипурим Матурим Уштуавитим my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmitiya Paramarada Tama Guru Pada Padma Nityalila Parvishta Om Vishnu Pada Ashtotara Satasri Rupanuga Acharivarya Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю свое шаштанда Дават Пушпанджали, свое сердце подобно лепесткам цветов тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя Нитялилы Правишты Ом Вишну Пада Штотара Шатасри Рупануга Чаривари Шилы Бхакти Веданты Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of us, Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранаму лотосных стоп моего Param Gurudeva, Шрилы Прабхупады и всех представителей нашей Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all disembodied Vaishnavas and Vaishnavas. So today is the Adivas Titi, that is means
The day before the Sri Guru Purnima. Сегодня, сейчас канун Шри Гуру Пурнимы. The appearance day of Sri Krishna Dvaipayana Veda Vyas. То есть завтра Гуру Пурнима, день явления Шри Кришны Двайпайны Девавьяса. Who has compiled Who has compiled the four Vedas, the Puranas, Mahabharata, Bhagavad Gita, Vedanta Sutra and Srimad Bhagavatam. То есть завтра день явления Шрилы Вьясадевы, составителя Вед, автора Махабхараты. So we'll celebrate that festival tomorrow. И тот, кто оставил нам наследие Шримад Бхагаватам, завтра мы будем праздновать Гуру Пурниму. But on the day before, that is Adivastiti, you have to prepare. Но всегда положено уже накануне Великого Торжества начинать готовиться к празднику. So we have been discussing this very beautiful article, lecture by Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur, describing how one can understand the absolute truth. And giving the example how one can understand here the writings of Srila Bhaktivinoda Thakur. Мы уже начали, то есть готовиться к этому празднику. Сегодня изучая статью Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура о том, каким образом, как должным образом понять учение Шрилы Бхактивинода Такура. So now he's saying. Мы продолжаем изучать эту статью Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. The writings of Srila Bhaktivinoda Thakur are valuable. Because they demolish all empiric objections against accepting the only method of approaching the absolute truth in the right way. То есть труды Шрилы Бхактивинода Такур бесценны в том, что они разрушают любые попытки эмпирического подхода познать трансцендентную истину. They cannot. And they were never intended to give access to the absolute truth without the help of a pure devotee of Sri Krishna. Эмпирический подход сам по себе никогда не был предназначен. Он не способен и он не был предназначен для того, чтобы постигать абсолютную истину, не полагаясь на руководство и поддержку живого духовного источника в облике Шри Гуру, духовного учителя. What is the message of all the scriptures? В чем заключается суть послания всех священных писаний? Саду санга, сарва шастрикай. All the scriptures are saying, go to Саду санга, the association of a pure devotee. Все священные писания направляют человека к святым личностям, то есть не ищи общения со святой личностью. So Srila Prabhupada is saying here, the writings of Srila Bhaktivinoda Thakur direct the sincere inquirer to the truth, as all the revealed scriptures do. To the pure devotee of Sri Krishna, to learn about Him by submitting to listen with an open mind to the transcendental sound appearing on His lips. И труды Бхактивинода Такура направляют искреннего читателя, искреннего ищущего к живому источнику трансцендентного шабда Брахмы. То есть так же, как и священные писания это делают, они направляют человека к лотосным стопам духовного учителя, чтобы он познал абсолютную истину Верховного Господа посредством шраваны, слушания трансцендентной вибрации. Before we open any of the books penned by Thakur Bhaktivinoda, we should do well to reflect a little on this attitude with which as the indispensable prerequisite to approach their study. Перед тем, как раскрыть одну из книг Такура Бхактивинода, следует вначале задуматься об умонастроении, в котором мы приступаем к изучению его трудов. Потому что правильное умонастроение является необходимым, то есть инструментом, то есть необходимым фундаментом в этом целенаправленном поиске истины. So here Srila Prabhupada is pointing out that we cannot approach the divine transcendental literature in the same way one is studying an ordinary book. То есть Бхагавад-гита Сарасвати Такура напоминает нам, предостерегает нас о том, что нельзя приступать к изучению священной духовной литературы таким образом, как мы просто берем книжку с полки, какой-то роман и начинаем читать. I saw this attitude expressed so beautifully by my Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami. И я наблюдал это великолепное умонастроение, такое трогательное в моем Гурудеве Шрили Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу. If he saw a shastra, a book with a torn cover, he would say, "Oh no, you have to rebind it."
Если Гурудева у кого-то видел книжку, там надорванная обложка или что-то помятая обложкой, он начинал журить преданного, говорит, нет, так нельзя, сделай новый переплет. Oh, and dress it. И украсть вообще одень книгу, наряди ее. You see, all my shastras very beautiful. Showing beautiful outfits. То есть у книжек должны быть одежки тоже красивые. My Gurudev, he used to say, when you open a book. Гурудева учил нас, он говорил, когда открываете шастру, книгу. Then you should fold your hands and pray. Открывайте и сразу молитесь этой книге. To the author of the book. Вначале молитесь автору этого произведения. Or to the characters and personalities within the book or speaking. То есть книге молитесь, автору, персонажам духовным описанным в этой литературе. And to your Gurudev and Guru Parampara. Молитесь своему Гурудеву, Гуру Парампаре. And then we don't do study. И понимаете, что мы не изучаем духовные книги. We do Krishna Anushilanam. А что мы занимаемся? Кришна Анушилана. The cultivation of activities and moods, which are for the pleasure, for the benefit of Sri Krishna. Это не чтение, это культивирование в себе правильного настроения и того, что будет радовать Кришну. We should not. То есть это попытка угодить Кришне. Initiating the study activates our abhiman, ahankara, activate our ego. То есть нужно быть осторожным, когда мы приступаем к изучению духовной литературы, чтобы мы себе не включали вот это ложное эго, не активировали его. But pray, oh Gurudev, I don't know anything. А надо приступать к изучению книг духовных настроений. Гурудева, я ничего не знаю. Oh, kindly reveal in my heart this divine truth. Будь милостив, яви в моем сердце эту высшую истину, пожалуйста, Гурудев. If you are reading one book of Srila Bhaktivinoda Thakur, если вы читаете одну из книг Шрилы Бхактивинода Такура, then in your mind you can go to Свананда Сукада Кунджа. Сурабхи Кунджа Готрам Двип. Можете в уме перенестись в Сурабхи Кунджу на Готрам Двипу. And give pranam to the dust of that place where Шрила Бхактивинода Такура was writing this. Сердце переместитесь к тому месту, где Шрила Бхактивинода написал эту книгу. If you are reading some poetry from Srila Rupa Goswami Pad, then by mind go to Seva Kunj. Если вы читаете поэзию Рупа Госвами Пада, то сердцем в уме перенеситесь на Сева Кунджу. There at the lotus feet of Sri Radha Damodar. Там окажитесь лотосных стоп Шри Радха Дамодара. At the Bhajan Kutir of Srila Rupa Goswami Pad and give pranams to him and pray for his mercy. То есть перенеситесь мысленно к Bhajan Kutir Rupa Goswami Pad и там предложите ему поклоны. There is no room for arrogance in the path of bhakti. То есть в сфере бхакти нет места для надменности и высокомерия. We are like beggars. Потому что мы все мы там попрошайки, нищие. Prema dana bina vyarta daritra jiva dasa kauri vetan mori deo prema dana. Chaitanya Mahaprabhu himself has set the example. Сам Чайтанья Махапрабху показывал пример истинного поведения вайшнава. Alas, alas, without the treasure of prem, I am destitute and poverty stricken. Махапрабху сокрушался, он говорил: увы, увы, без сокровища премы я остаюсь нищим попрошайкой. О, Шри Кришна, make me your servant. О, Шри Кришна, сделай меня своим слугой. I will serve you for free. Я буду бесплатно тебе служить. The only salary I ask for is the salary of prema, pure love. Ты можешь мне платить зарплату в форме премы, трансцендентной любви. So here, Srila Prabhupada is writing. It is by neglecting to remember this fundamental principle that the empiric pedants find themselves so hopelessly puzzled in their vain endeavor to reconcile the statements of the different texts of scripture. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура продолжает: и вот забыв об этом главном принципе, поэтому вот эти
как эмпирийцы, что они эмпирики, они полностью, они блуждают, они витают, они не могут, они забылись в своем тщеславии, они не способны примирить вот эти внешне противоречивые утверждения священных писаний. Oh, for years and years, some devotees they are fighting with each other. Does the jiva have a swarup, like Srila Bhaktivinoda Thakur has said, or no swarup? Некоторые преданные проводят целые годы в бесконечных спорах, каких-то онлайн-форумах, где они спорят друг с другом. Там говорят, нет, вот у дживы есть действительно врожденная сварупа, как это говорил Бхактивинода Такур, или нет у нее врожденной сварупы. It seems that Srila Jiva Goswami has written something different from Srila Bhaktivinoda Thakur. Другие говорят, а нет, Джива Госвами совершенно другое гласит по поводу сварупы дживы. Yes. Very good. If you read this book and read this book, and then by empiric investigation, then puzzlement will come. He's saying here, the one who becomes puzzled. То есть, и конечно же, возникают вот эти непонятки, если вы подходите к изучению священных писаний трудов Бхактивинода Такура и Дживы Госвами вот таким эмпирическим образом, то вы и останетесь в недоумении и с неразрешенными вопросами. So he's saying the same difficulty is already in the process of overtaking many of the so-called followers of Srila Bhaktivinoda Thakur for the same reason. И он пишет далее, что такая же участь уже постигла так называемых многих так называемых последователей Шрилы Бхактивинода Такура. If someone will approach some pure Vaishnava in the line of Srila Bhaktivinoda Thakur and hear from them, then they can directly and consciously become aware of their eternal swarup. Потому что любой преданный, который искренне примет прибежище у кого-то из чистых вайшнавов в линии Бхактивинода Такура и будет смиренно их слушать, он сможет осознать свою сварупу. The person to whom the acharya is pleased to transmit his power is alone in a position to convey the divine message. То есть та личность, которая наследует вот эту силу ачарьи, то есть тот, кому ачарья передает свои полномочия духовные, тот человек сможет осмыслить истину во всей полноте. This constitutes the underlying principle in the line of succession of the spiritual teachers. Вот это и есть главный принцип цепи ученической преемственности. Every word here that Srila Prabhupada is saying is so profound. Каждое слово, которое пишет в этой статье Бхактисиддханта Сарасвати Такур, очень весомое. If a person he has undergone the karna bhed sanskar, his the material covering of the ear is pierced. Если человек прошел вот этот духовный этап возвышение, становление через карана-беда самскару, то есть прокалывание мирского слуха. Человек услышал шабда брахмана, осмыслил то, что нет разницы между святым именем и самим Господом. Then only that person becomes the conduit for the revelation to go to the next generation. Только такой человек становится истинным носителем трансцендентного преемника вот этой эстафеты духовной, и он уже, лишь только он может нести этот свет дальше, следующим поколениям. So, he's saying, only the person to whom the acharya is pleased to transmit his power is alone in a position to convey the divine message. Тут она говорит, что лишь тот, кому ачарья сам добровольно с радостью передает свои духовные эти силы, и что человек сможет нести эти знания, передавать их дальше. And that flow of transcendental realization from guru to disciple, this is the Sri Bhagavat Guru Parampara. И вот этот живой поток передачи трансцендентных знаний от учителя к ученику и передачи вот духовной шахте, полномочий, это и есть то, что мы называем Бхагават Гуру Парампарой. If that power to vibrate Shabda Brahma has been transmitted, then whether the relationship is by Diksha or by Shiksha, it is irrelevant. То есть становится неактуальным, какие формальные отношения связывают этих двух вайшнав, будь у них отношения через Шикшу или Дикшу, уже не важно. Если один передает другому способность вещать Шабда Брахму и доносить эти духовные знания до сердец других, то это и есть учитель и ученик, это Бхагават Гуру Парампара. And if that power has not been transmitted,
Then whether the connection is by diksha or shiksha, it's also not relevant. А если это сила? There's also no parampara there. Нет передачи этой этих полномочий духовных, то какая разница, какие отношения связывают двух вайшнав, дикша, шикша, если он все равно ничего не получил, ну, настоящего в этом процессе. So he's saying this constitutes the underlying principle of the line of succession of spiritual teachers. Вот это, говорит, и озаряет главный вот этот принцип цепи ученической преемственности. The acharya who is thus authorized has no other duty than that of delivering intact that divine message received from all of his predecessors. И посему ачарья, который уполномочен гуру парампара, не имеет никаких других обязанностей, кроме того, как в целости и сохранности передать эти трансцендентные знания дальше, в той форме, в которой он получил от предыдущих поколений учителей. There is no difference between the pronouncements of one acharya and another. Нет разницы между высказываниями одного ачарьи и другого ачарьи. Even then, if they speak in a different language or use a different mode of expression linguistically, but still that same divine revelation is being transmitted. Нет разницы, на каких языках они вещают и в какой литературной форме, в какой, каким образом они пытаются донести до аудитории, потому что и один ачарья, и другой ачарья вещают на уровне шабдабрамы. So all the acharyas are perfect mediums for the appearance of divinity in the form of the transcendental name, who is identical with his form, his qualities and pastimes, and his associates and all the paraphernalia of the holy dham. Поэтому любой ачарья, он достойный, то есть он любой ачарья обладает силой донести, передать другим вот этот шабда брама, то есть трансцендентную звуковую вибрацию, которая является самим Господом, который предстанет в своем вечном облике со своими качествами, спутниками и лилами. Now, next paragraph. Следующий абзац. The divinity is absolute knowledge. Божественность — это абсолютное знание. So absolute knowledge has the character of indivisibility. It is akanda. А абсолютное знание обладает характеристикой неделимости. Это принципом аканды. It is the character of indivisible unity. То есть это неделимое единство. The various aspects cannot be separated. То что есть в нем неотъемлемые составляющие. So one particle of the absolute knowledge is capable of revealing all the potencies of God. Поэтому любая из неотделимых составляющих этой тотальности божественности способна явить полное знание о всей тотальности. So why is Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati making this point that the supreme reality is indivisible? Почему Бхактисиддханта Сарасвати Такур заостряет внимание на том, что абсолютная истина неделима? Why? Because those who want to understand the contents of the volumes penned by the piecemeal acquisition method applicable to deluding knowledge available to the mind on the mundane plane are bound to be self-deceived. Потому что те, кто пытается постичь истину просто кусочничая информацией, то есть вот этим пытаясь постичь трансцендентное знание обычным образом постижения информациями кусочками, то есть по кусочкам что-то усвоить там из прочитанного и подумать, что он все понял. И то есть и эти люди обречены на провал в своих попытках. The material way of collecting knowledge is to have a little piece of information and you add some more to that and more to that until you have some type of edifice or construction of ideas. Что такое мирское образование? То есть мы выстраиваем вот этот монолит информации из кусочков, из блоков. Мы получаем информацию блоками, их заучиваем и строим из этих блоков что-то огромное, что мы называем своими познаниями. So that it's парисчинна гьяна. Но по факту это парисчинна гьяна. But see Krishna, the absolute truth is akhanda tattva, indivisible. No. So that knowledge you cannot acquire that by that method. Поэтому вот этот подход парисчинна гьяны, он обречен на провал, если вы пытаетесь познать что-то неделимое, как тотальность вот этой божественности, коей является Шри Кришна. In order to be put on the track of the Absolute, listening to the words of the pure devotee is absolutely necessary. Поэтому единственный способ, правильный способ постичь абсолютную истину — это слушать, то есть
подвергнуться процессу шраваны, слушания из уст трансцендентного источника. The spoken word of the absolute is the absolute. Потому что вот эта речь живая, вещающая абсолютную истину, это и есть абсолютная истина, то есть это Брама. It is only the absolute who can give himself to his the constituents of his own power. То есть кто может дать себя сам, только абсолют может дать знания о себе тем, кто вот своим подданным, то есть своим частичкам неотделимым. Nayam apravachaneena labhyo na medya na bahuna srutena yameve sivrinute tena labhyas tasyate tanum swam. It is said in the Upanishads that tasyaishyatma vivrinute tanum swam, that the supreme truth cannot be attained by giving very learned discourses. В Упанишадах говорится, что высшую истину невозможно постичь там ораторским мастерством, давая там вычурные лекции какие-то заумные. Nayam atma, one cannot attain atma. That means one cannot attain face-to-face meeting with Shyama Sundar, Brajanda Nanda, Yashoda Nanda, Krishna of Vrindavan. То есть невозможно посредством этого оказаться лицом к лицу с Кришной, Шьяма Сундаром, Вриндаванским Кришной. By learned discourses. Даже если вы заучите много информации, будете ее рассказывать. By studying the Vedas. Вы не встретитесь лицом к лицу с Кришной посредством изучения Вед. By material intelligence. Мирской интеллект вам в этом тоже не поможет. That supreme Atma is only realized tasyaisatma vivrinute tanam swam by that person to whom he reveals himself. То есть эту атму всех атм может встретить лицом к лицу только тот, с кем Кришна захочет сам повидаться. So here Srila Bhaktisiddhanta Thakur is saying that see Krishna appears from the lips of the pure devotee in the form of transcendental sound, and then Krishna in the form of transcendental sound he decides, oh, I will reveal myself to this person. То есть чистый преданный Шри Гуру, он носитель Шабда Брамы, то есть он вещает Шабда Браму, а Шабда Брама уже выйдя из уст, смотрит и решает, кому он пойдет знакомиться, кому не пойдет. Oh, but why does Krishna decide? А почему Кришна решает? His kripa is following the kripa of the pure devotee. Потому что милость Кришны подчиняется то есть той траектории, направлению милости чистого преданного. Vaishnavira avidano krishna doyamoy eno pamara prati avinasadoy. I am very fallen and wretched person. When will Krishna be merciful to me? Я падший и жалкий. Когда же Кришна прольет свою милость на меня? Oh, when a pure devotee will pray, oh Krishna, be merciful to him. Кришна прольет милость, когда кто-то замолвит, не кто-то, а чистый преданный замолвит за нас слово Кришне, помолится и попросит Кришну обратить на нас внимание и пролить свою милость. See, Krishna is controlled by the love of his devotee. Что Кришна исполняет только желание своих преданных. Он Кришна всегда в плену любви своего преданного. Он чувствует себя в неоплатном долгу перед преданным. So Krishna is eager to serve his devotee. Поэтому, чего бы преданный его ни попросил, Кришна всегда готов угодить ему. But the devotee doesn't want anything. Но чистый преданный никогда ничего не просит, он не хочет ничего. So now Krishna is stuck, what to do? То есть Кришна в этом неоплатном долгу, и даже никаких маленьких шансов у него нет как-то выкарабкаться из этого долга перед преданным. So if the devotee will have the slightest desire, oh, Krishna, give mercy to this person. Поэтому Кришна ждет. Если он уловит даже малейший намек на желание в сердце, там чисто вайшнава, что вот пожалеет, ну вот Кришна, обрати внимание на вот этого. Яся прасадан бхагават прасадо, яся прасадан лагути питопи. By the mercy of Sri Guru, one attains the mercy of Krishna. И Кришна сразу поторопится исполнить это желание, угодить преданным, потому что милость Кришны всегда идет следом за милостью духовного учителя. So Prabhupada is saying, only the absolute Sri Krishna can give himself away to the constituents of his power. И вот Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что лишь Кришна может явить себя, то есть абсолютная истина может явить себя своим неотъемлемым частичкам. The absolute appears to the listening ear of the conditioned soul in the form of the name Krishna on the lips of the sadhu. И вот этот Кришна предстает перед ушами обусловленной души в форме своего имени Кришна
произносимого устами чистого преданного. And this is the key to the whole position. И вот это и ключ к решению этой задачи. The words of Thakur Bhaktinoda direct the empiric pedant to discard his wrong method and wrong inclination on the threshold of the real quest for the absolute. И вот эти труды Бхактинода Такура как раз и помогают тем, кто предвзят эмпирическим подходом, то есть найти правильный вход. On the threshold here. То есть они стоят на пороге, и он помогает им. That means a materialistic person. He approaches Srila Bhaktivinoda Thakur. Oh, I have come to find the absolute truth. То есть кто-то материалист приближается к порогу вот Бхактивинода Такура и с надеждой говорит, я пришел сюда в поиске истины. And he's saying Srila Bhaktivinoda Thakur on the threshold before letting him in. He said, oh, but you have to leave your empirical attempts to know the truth outside. Бхактивинода Такур встречает их у порога и еще там за порогом говорит так, оставляя вот этот багаж своих склонностей к эмпирическому изучению тут, и пойдем дальше уже, я тебя поведу к истине. But if that empiricist still chooses to carry his errors into the realm of the absolute truth, he goes on marching on a deceptive path to the darker regions of ignorance due to his arrogant study of the scriptures. То есть Бхактивинода Такур готов помочь любому, но он предупреждает, оставь вот это тут, не тащи это дальше. Но если человек упрямо отказывается и тащит это бремя эмпирического подхода к познанию истины с собой, то он забредет в какие-то непроходимые джунгли и там заблудится. The method offered by Srila Bhaktivinoda Thakur is identical with the object of the quest. Потому что подход, который предлагает Бхактивинода Такур к познанию, он идентичен объекту поиска. То есть The object of the quest is to realize Sri Krishna. Что цель это познать Шри Кришну. And the method. А метод познания. Is to hear the Харикатха. Просто слушать о Кришне, слушать Харикатху. But this hearing of the Харикатха and the object of the quest are not two things. Но это тут полная такая совместимость, потому что Харикатха не отлично от объекта, которого мы ищем, то есть от объекта нашего поиска. Understand? Это понятно, то есть. I hope that you understand. То есть поэтому I am praying that you understand. Идеальное решение, которое предлагает Бхактивинода Такур, я надеюсь, что действительно это доходит, что вы действительно не просто киваете головой, что вы понимаете, о чем я говорю. Oh, if anyone is looking with a blank stare, what did he say? Таращится на меня пустым взором, думаю, что он сказал? Then I'm very worried. Это пугает меня, такой пустой взор. Oh, Krishna, please help me. Я уже начинаю молиться за вас, чтобы Кришна вам помог понять, о чем тут речь. So here Prabhupada is saying, this method is not really grasped except by the grace of the pure devotee. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, большинство не улавливают вот этот подход, вот этот метод понятен только вот истинным преданным. These are the arguments. Вот это аргументы. And they corroborate, but they can never be a substitute for the Shabda Brahma, the divine sound appearing on the lips of the pure devotee. Что никакие аргументы и доводы никогда не смогут заменить Шабда Брахму. Звучащую с уст чистого преданного. That sound is the concrete absolute truth. Потому что эта звуковая вибрация Шабда Брахмы это и есть конкретика, это абсолютная истина. So this subject is very fascinating. I'm just pausing the article to give some explanation. Ну, очень интересная тема. Я сейчас опять сделаю паузу в чтении статьи, чтобы немножко обсудить то, что вот мы слышим. Perhaps you know that Hiranyakashipu asked his son Prahlad, "What is the best thing you have learned?" Если вы помните, когда Хираньякашипу спросил своего сына, юного Прохлада, что лучшее из того, что ты узнал, выучил? And what did he say? И что ответил на это Прохлад? Сраванам, киртанам, вишну смаранам, пада севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. So he described the 9 practices of bhakti. И в ответ на вопрос отца юный Прохлад сразу ответил этими 9 ангами бхакти. То есть он написал 9
методов практики бхакти. Hearing. Слушание. Shravana. Shravana. Chanting. Поспевание. Kirtanam. Kirtanam. Vishnu smaranam. Remembering. Памятование Господи. Serving. Служение. Worshipping the deity. Поклонение божествам. So we can think. Yes, yes, I've heard this many times. Многие же скажут, да, конечно, я знаю ответ про Прохлад Махараджа, столько раз слышал про Навада Бхакти. I know what it means. Я знаю, что он имеет в виду под этим. Tell me something else. Расскажите мне что-нибудь новенькое уже. But in the commentary on this verse in Kram Sandarbha. Но в Крам Сандарбе Джива Госвами Патсу в комментариях на этот стих говорит следующее. Сила Джива Госвами Патсу Пратамам нам на сравана антакарнам шудьятам апекшам шудейч антакаране нрупа шаване на тарудой йогьята бхавати. That in the beginning, to hear the name of Krishna depends on the purity of the antakaran. The purity of the chitta. В комментариях на вот эту шлоку Шримад Бхагаватам Джива Госвами Пад говорит, что способность совершать шравану зависит от чистоты сердца, то есть читты, антакараны. And when the chitta is pure, когда читта чистая, then he can really hear the name of Krishna. То есть истинная шравана не рознь. То есть настоящая шравана происходит, когда у преданного уже чистое сердце. He experiences that Krishna himself is appearing. Он не просто слушание, он слышит и уже видит Кришну, он чувствует его. Rupa Shravanena and hearing about Krishna's form. Then he begins to see the beautiful form of Shyama Sundara reflected in his heart. То есть эта шравана уже подразумевает то, что преданный видит Кришну сразу, видит прекрасный облик Шьяма Сундара. Hearing about his qualities, then the beautiful qualities of Krishna, he begins to experience them internally. То есть это настоящее слушание, потому что когда он слышит о облике Кришны, он видит его, он слышит о качествах, он ощущает эти качества, тут же воспринимает их. This is what it means that the method and the object of the quest are the same thing. То есть вот это и значит, что когда говорит метод и цель одинаковые. So, Prahlad Maharaja said, "Iti pumsapita Vishnam praktis chenda valakshana kriti bhagavatada tanmanyedita uttamam." A person is, I consider him the most learned, who has fully surrendered himself to his guru and then engages in the practice of bhakti. И Прохлад Махарадж говорит, я считаю того воистину разумным, самым мудрым, тот, кто совершил акт самопредания Шри Гуру и под его руководством он служит Господу. If someone is in the back of the room, если кто-то сидит там в конце зала. Oh, Brad Willis, are you, can you hear me? Brad Willis, can you hear me? Прием. Hare Krishna. Can you hear in the back of the room? Там слышно вам в конце зала? But the question we say in our general sense, yes, I can hear. Да, человек отвечает, вот отлично слышно, прекрасно. But did you really hear? Действительно услышали Хари Кришна, Брадж Вилас? So the word Sravanam means something in our everyday discussion. То есть шравана что-то значит для нас, как ну, в общем понимании, в таком общепринятом. And the same word sravana or hearing means something completely different in the context of bhakti by vidvat rudivriti. То есть есть. As understood by pure devotees. Слово слышать имеет много значений. Общепринятое наше обиходное. Ты слышал, ты меня слышишь, я тебя слышу. А есть значение слова «шравана» в контексте «бхакти», «видвадрути», истинный смысл, что мы слышим и мы видим Кришну. Вот это и есть слышать. So the same is true when we say «киртанам». То же самое касается слова «киртаны». I was chanting. Но все преданные говорят, да, я утром воспевал. Did you see Krishna? Вы Кришну видели во время этого воспевания? Then what you are doing? Тогда что же это за воспевание? Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, all their shouting and singing will only increase the secretion of bile in the stomach. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur говорил, все их воспевание, там, пение только вызывает прилив желчи там, под желудки. Once some devotees came to Srila Gokishodas Babaji Maharaj and said, oh, there was a very beautiful kirtan, 24-hour kirtan, the whole night just here, outside near your Vajan Kuti.
преданные пришли утром к Баджан Кутире Шри Гор Кишода с Бабаджи Махараджи, так стали ему докладывать радостно, что «О, вчера всеночный киртан шел тут, 24 часа преданные пели киртанисты, вот совсем неподалеку от вас, Бабаджи Махараджи». Шри Гор Кишода с Бабаджи Махараджи said, «Oh, where they were doing the kirtan, dig up the dirt and throw it in the Ganga, get rid of it, it's all contaminated». Шри Гор Кишода с Бабаджи Махараджи сказал, «Пойдите и вот снимите этот верхний слой земли, где с того места, где они пели, выкиньте в Гангу, чтобы эта скверна ушла отсюда». So when we say in ordinary discourse chanting, поэтому, когда... and when the pure Vaishnav says kirtan, he's not talking about the same thing. Поэтому, когда мы говорим воспевать, и то, что это имеет, что мы имеем в виду, что это значит для нас, и что слово киртана значит для чистого Вайшнава, это две разные реальности. If you go to any person in the street, если вы подойдете к кому-нибудь на улице, пешеходу, подойдите к любому пешеходу на улице и покажите им изображение Кришны. Say, oh, do you know who this is? И спросите их, вы знаете, кто это? They may say, no. Наверное, пешеход, большинство скажет, нет, не знаю. Oh, this is a picture of Krishna. Вы скажете, это же сам Кришна. Okay. Человек скажет, хорошо. Then you can test them. Тогда проверьте. Do you remember who this is a picture of? Спросите, вы помните, что это изображение? Do you remember his name? Вы помните, как его зовут? I say, yes, I remember. You just told me his name is Krishna. Пешеход сказал, конечно, я помню. Вы мне только что сказали, его зовут Кришна. So they have remembered Krishna's name. А, значит, Смарана, он пометовал имя Кришны. Have they remembered Krishna's name? Что можно сказать, что он помнит имя Кришны, этот человек? Yes, in the context of a worldly discourse, he has just done Naam Smaranam. Да. He has remembered Krishna's name. В контексте обычного нашего мирского понимания, что этот человек совершил Нама Смаран, он пометнул имя Кришны. And anyone can do it. И все могут пометовать так имя Кришны. But in Bhaktisandarbha, Srila Jiva Goswami Pad said, unless the heart is ashuddha, pure, it is not possible to even remember the name of Krishna. Но Бхактисандарбха Джива Госвами говорит, нет, пока чита не будет, антакарана не будет чистой, даже имя Кришны невозможно пометовать. То есть смарана даже имени нама невозможно. To close the eyes and pray, and that the apracrita prana will manifest and reveal, self-reveal, see Krishna's beautiful swarup. То есть пока without chanting. Если нет чистой читы, невозможно вот так призвать эту милость, откровение, что апракрита прана явит в чистой чите вот это имя Кришны без ну, физического воспевания. So that's what it means to remember the name of Krishna. Это и значит, когда Вайшнав говорит пометовать имя Кришны, речь идет о таком пометовании, то есть от откровении. In Kali Yuga, Sravan, sorry, yes, Smaran, remembrance is not performed separately from Kirtan. И в Kali Yuga performed simultaneously. Смарана всегда подчиняется киртане, она никогда не является независимой практикой процесса. Especially in the path of Raganuga Bhakti, we cannot even say that the kirtan and the smaran is practiced simultaneously exactly, but rather that the smaran is the manifested from the kirtan. In other words, the smaran is kirtan adhin. It is subordinate to, completely controlled by kirtan. То есть в контексте Рагануга Бхакти смарану можно считать послевкусием киртаны, то есть то, что вызвано вследствие киртана. So Srila Vishnu Tirthankara полностью зависит от киртаны. Srila Vishnu Tirthankara in Raghavatma Chandrika he said, though smaran is the mukhya anga, it is the main limb of Raghunuga Bhakti, but it is kirtan adhin. It is a remembrance which is controlled by, subordinate to, and manifested by the power of kirtan. В практике Рагануга Бхакти спонтанного преданного служения смарана является главной ангой, то есть мукья анга. Но в Рагаварта Чандрике Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет, что смарана в Рагануга Бхакти это киртана один, она полностью зависит от киртана, она вызвана киртаном. Now consider this. When the Shabda Brahma enters into the ear, then it cleaves the conditioned soul from his identity, identification with the
subtle body, ling sharir. То есть что происходит, когда шабда брахма, чистая, то есть абсолютная трансцендентная вибрация достигает ушей, она обрубает связь дживы с отождествлением с тонким телом. And then, oh, real bhakti begins. И так, то есть отсекается вот эта связь с тонким телом, и тогда начинается то, что воистину можно сказать практикой бхакти. Well, listen very carefully. Ну, внимательно слушаем. In our material condition existence. В нашем обусловленном состоянии бытия. There are two things. Есть два фактора. The subject, ourself, and the object, the things that we are investigating. Всегда есть субъект, это мы, и то, что мы познаем, объекты окружающего мира. But you should know that in the conditioned state, the subject is the composed by Maya, and the object as well. The subject and the object are the creations of Maya. Но нужно понимать, что в обусловленном состоянии и субъект, и объект — это продукты Майи. Проявление Майи. The Atma, the soul, has his own ahamta I-ness. Потому что у души есть собственно, это тоже личность, у нее есть своя индивидуальность и понимание своей субъективности. But by the influence of avidya, he has the abhav, the absence of awareness of himself. Но из-за влияния Майи душа полностью о себе забывает. And the soul is identifying with an ego, a katritva abhiman. The identity, the sense of being the doer, which is the creation of the material energy, ahankar. То есть она, душа забывает о том, что она личность, и начинает отождествлять себя с аханкарой, с духом действующего, вот эта проекция, созданная Майей, вот этого нашего ложного эго. И мы начинаем через вот эту линзу смотреть на мир. So, there is the material ego. То есть вот этот компонент материального эго начинает. As the subject investigating the material elements. И то есть как через вот этот телескоп уже материального эго душа уже так изучает окружающую среду. And the knowledge is which is mediating is just the chitta vritti, the movements of the chitta of that soul. То есть и что вот эти знания, что наш процесс изучения это просто колебания нашей читы. So a person may think, I am very open-minded. И человек может считать себя очень широкомыслящим. I am not fixed in any conception. I am just looking for the truth. И человек считает себя открытой личностью. Он говорит, я в поиске, я в постоянном поиске истины. Я открыт всем идеям. But that I, who is looking from the truth, that I is very constituted of Maya. Но кто этот «я», который открыт всем идеям? Этот «я» — это полностью продукт Майи, слепленный из аханкары. And the more they try to search for the truth, even though they're thinking, I'm very open-minded, but the very initiation of that search is activating the ego, material ego. То есть человек может верить искренне, что он такой открытый, широкомыслящий, и он в поиске, но на самом деле сам его поиск, чем больше он ищет, тем больше он раздувает вот это ложное эго, потому что все это, процесс поиска совершается с уровня этого ложного эго, so ложного the, я. The empiric search for the truth. И вот этот эмпирический подход к поиску истины can never result in the discovery of the truth, because the very act of empirically searching, initiating the search, is activates the material ego, which keeps one in ignorance. Этот поиск никогда не приведет к истине, потому что сам поиск он совершается с неправильного ракурса, то есть не с той точки отчета мы действуем. So the sense that I can discover by my investigation the truth is activating the ego. Потому что сама идея, что я сейчас разберусь в этом, вот я сейчас широкомыслящий буду все изучать и найду правду. И сама эта идея, что я найду, я смогу, я умный, тут же подпитывает это ложное эго. And that method of investigation is called arohapanta. И вот этот подход к постижению истины называется арохапанта. Panta means the path. Панта это путь. And aroha means the ascending path. Aroha – это восходящий, то есть восходящий путь. And I am here, and I will ascend the staircase of knowledge by my cheshta, by my prayas, by my endeavor. То есть человек сам думает, своими усилиями я сейчас по этим ступенькам дойду до истины, пойду я тут, но я дойду до верха и все найду.
So those who believe, they can themselves initiate the search for the absolute truth by their own power. They are called arohavadis. И вот эти люди, которые думают, что они сейчас начнут поиск и найдут, вот их называют таким термином арохавади. Arohavadis. That means the adherence of the theory of the ascent into knowledge through my own endeavor. Те, кто верит, что вот сам я сейчас буду искать и найду. Now, just as a person can scale Mount Everest, I will climb the mountain of knowledge to the top and see what's there. Альпинист, который думает сейчас, соберу рюкзак и пойду вверх там и все до пика дойду туда знаний. So this is called arohavad. Это называется идея арохавад. And the general person, actually, they cannot even conceive of any other method of knowing except for arohavad. Для обычного человека никакой другой способ даже непонятен. То есть, а как можно по-другому? Это есть один способ собраться, идти вверх и искать, и вознестись таким образом. And а so что еще есть? And so they are condemned forever to be trapped in the maya of the mayic subject and object. То есть, это такая уже ловушка. Subject-object relationship. Навсегда, потому что человек застрял в этой ловушке субъекта-объекта, он уже выбраться не зашорен этим полностью. So the method which is described here by Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur is the Vedic method. Альтернатива, которую преподносит Бхактисиддханта Сарасвати Такур, это ведический подход. That is known as Avaroha Panta. Это Avaroha Panta. That means нисходящий. The descending process. Это нисходящий процесс. I am not trying to scale the mountain of knowledge, but I am a beggar and I am praying by hearing from Sri Guru and pure Vaishnavas that this knowledge will descend to me. То есть этот процесс подразумевает совершенно другое настроение, поведение, потому что мы не пытаемся куда-то рваться ввысь сами, а мы смиренно стоим и ждем, когда это откровение, милость снизойдет на нас свыше, и мы как попрошайка искренне и жалостливо молимся об этой милости. So the advantage is that those who accept Avaroha Panta, they are not activating their ahankar, ego. Огромное преимущество вот этого подхода к поиску истины то, что тут не активизируется совершенно ложное эго. And thereby confining themselves into web of maya. То есть таким образом человек избегает вот этой ловушки майи, этой паутины, в которой очень легко застрять. So Lord Brahma said this. И Брама сказал это. Jnane prayasam udapasya namanta eva jivanti sannu karitam bhavadiya vatam stane istita srutigatam tanuvan manovi ye prayasavdita titopya sita istilokyam. Lord Brahma said, Jnane prayas, those who give up the endeavor to know. И Брама говорит, те, кто перестают, отказываются от идеи попыток познать, понять что-то. That means don't activate your kartritva abhiman, the ego that I am the doer. То есть нужно обесточить вот эту свою картритва абиман, то есть идею, что я умный, разумный, я все пойму. Don't join the crowds who are following the tradition of Aroha Panta, the ascending process. Не надо идти за вот этой массовой толпой тех последователей Aroha Panta. But jnane prayasam udapasya. Udapasya means give up jnan prayas, the effort to know. То есть отойдите в сторону от этой толпы и откажитесь от этой идеи того, что попыток понять что-то. Because this is not the Vedic process. We are the followers of the Avaroha Panta. Потому что это совершенно не есть ведический процесс постижения истины, потому что мы действительно приверженцы от этого процесса Avaroha Panta. Jivanti sammukaritam bhavadiyavatam. And dedicate your life fully to hearing very beautiful harikatha from the lips of pure devotees. То есть лучше посвятить свою жизнь этому радостному процессу шраваны, сесть у стоп лотосных стоп чистого преданного и слушать поток нисходящей харикатхи. Jnane prayasam udapasya namanta eva. Namanta eva. Bowing down. И кланяясь этому потоку этой катхи. In a spirit of complete prostration towards the Supreme Lord. То есть в духе полного самопредания и почтения. То есть, in his divine appearance as the holy name and Harikatha. То есть всегда в состоянии приветствия и почтения к Верховному Господу в его проявлении в форме
Нама Прабу святого имени и Хари Катхи. Джинада Писули Чайна. Being more, considering oneself to be more insignificant than a blade of grass. И тогда становится легко жить в этом состоянии истинного тринада писани чина, смирения. And if one will go on hearing in this way, then the prior sojita titopya sitai stilokyam, then Krishna, who cannot be conquered by anyone, becomes conquered by that devotee. That means Krishna becomes bound by the ropes of love, which appear in the heart of the devotee who follows this. Аварохапанта. То есть вот этот аварохапанта, процесс нисходящего знания и милости, это лучший процесс, потому что он предоставляет высшее благо. Тут же возможность человеку, который искренним образом таким служит Кришне, слушая Харикатху, воспевая его имя и выражая почтение, со временем Кришна становится пленником в сердце этого преданного, потому что он связан веревками, этот аджит, непокоримый Кришна, которого невозможно познать никому, он сам добровольно сдается в плен в сердце такого преданного. Аварохапанта. So if you have a PhD in Sanskrit, да? And you have memorized all the Vedas. Поэтому даже если у вас докторская там по санскриту, и вы заучили наизусть все веды. But you have not understood this point. Но вы не уловили вот этой ключевой идеи. Аварохапанта. Про аварохапанта. Гьяне прасамудапасса. The disengagement of the contract to abhiman. Вы не умеете обесточивать, не понимаете, что нужно вообще обесточить вот эту свою ханкару и вот этот дух того, что я делаю, я понимаю. Then all that learning is for nothing. То кому нужны такие познания, докторские все эти титулы? That learning is simply mayara prabhav. That means the power and influence of maya that has turned you into a donkey. Just like a donkey is working hard, carrying a big load on his back, so you have collected so many books on your back and carrying them around. Это просто уже тогда такая злая надсмешка Майи над вами, то есть мишура мирская, которую вы овеяны вот этими своими лаврами учености, на самом деле вы подобны ослу, который тащит это бремя этих знаний, этих санскритских всех правил грамматических, а по факту вы ничего не поняли. But with no actual awareness of what those books are really saying. Кому нужны вот понимания сотни там учебников, грамматики и книг, если вы даже не поняли суть этих книг? So when the transcendental sound enters into the ear, then the ahamta, the sense of I-ness of the soul, is cleaved away from the material kartikto abhiman. И когда вот шабда брама достигает ушей искренне слушающего, происходит вот это отсечение индивидуальности атмы от этого ложного, от аханкары. То есть она перестает отождествлять себя с этим ложным эго и считать себя действующим. Then the devotee, he experiences the presence of Sri Krishna in that sound. Преданный тут же высвобождается от этого ложного, от этой ложной проекции, и тогда он уже свободен, и он начинает воспринимать Кришну. And he takes shelter there. На уровне души атмы и принимает прибежище у стоп Кришны. All the other systems, like the Astanga Yoga and so on, they have no shelter. Все остальные виды практик, такие как, допустим, Астанга Йога и так далее, у них нет фундамента, там нет прибежища. They're trying to do chitta vritti nirodha, stop the oscillations of the mind. Ну, допустим, йог пытается укротить вот эти chitta vritti, колебания ума. But Aruru Krishna Parampatam Tada Patantidana Adrita Yushmadangraya. Because they neglect to take shelter of the lotus feet of Sri Krishna in devotional service, then after some time, again, lust will come, anger will come, and their so-called Chitta Vritti Nirodha, the restraint of the movements of the mind, they will lose it. And they will become entangled again. Это очень временные, безнадежные попытки, потому что у них нет покровителя, не приняли прибежище у Шри Кришны. Поэтому даже если они справятся на какой-то момент с колебаниями читы, пройдет время, и опять появятся и похоть, и гнев,
и другие нехорошие качества, которые опять же полонят сознание, опять он будет стараться тужиться и бороться с этим. Now we're coming to the next paragraph. Переходим к следующему абзацу статьи. Srila Bhaktivinoda Thakur's greatest gift to the world. Величайший дар Шрилы Бхактивинода Такура этому миру consists in this. Состоит в следующем. What? Заключается в следующем. В чем? What is Srila Bhaktivinoda Thakur's greatest gift to the world? Что является самым большим даром Бхактивинода Такура? Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Oh, discovering Mayapur, the birthplace of Mahaprabhu, someone is saying, she is saying, Bhaktisiddhanta Thakur, he's saying, okay, getting closer. Тепло. Тепло. Ah, he summoned all the Yeah, yes. Okay, you asked. Yes, but I was asking them, not you. So Thakur Bhaktivinoda Thakur's greatest gift to the world consists in this. Заключается в следующем. That he has brought about the appearance of those pure devotees who are at present carrying on the movement of unalloyed devotion to the feet of Sri Krishna by their whole time spiritual service. Он призвал появление тех чистых преданных, которые на данный момент активно служит Шри Кришне и распространяет его миссию. So, after establishing that only benefit comes to the jivas when they come in contact with the great Vaishnava who is authorized and empowered to wake up all the souls through the transcendental sound, now he's saying that Srila Bhaktivinoda Thakur's greatest contribution is that by his prayers to the Lord, he has caused the descent and the appearance of several of these great personalities who are going everywhere and preaching the message of pure love. То есть в начале статьи Бхактисиддханта Сарасвати Такура обосновал, что единственный истинный процесс — это практиковать под руководством, обратиться к живому источнику, да, Шри Гуру. А сейчас он говорит, поэтому величайший дар Бхактивинода Такура этому миру, что он своими молитвами призвал появление таких чистых преданных на земле, и что появилась надежда у стольких обусловленных душ, потому что теперь им есть к кому обратиться за помощью. Mm-hmm. Now, the purity of the soul чистота души is only analogously describable by the resources of mundane language. Она лишь может, чистота души может лишь аналогично быть описана какой-то мирской литературой. When we say, oh, someone is very pure, we think, oh, they're very moral, they don't do sinful or чистота души описана things. Очень поверхностно мирскими пониманиями в литературе, потому что если мы говорим, он чистый человек, что мы имеем в виду, что он добропорядочный, там, не ворует, these words, плохо себя не ведет, что значит чистый. These words actually cannot capture what is the true nature of pure devotion. Это же очень поверхностно на самом деле описание, это просто морали человека и никак не доносит до нас истинную глубину чистоты атмы души и чистоты преданного служения Кришне чего-то. The highest ideal of empiric morality is no better than the grossest wickedness to the transcendental perfect purity of the bona fide devotee. То есть в глазах трансцендентности, недуальности, то есть даже эталон морального поведения лучшего, это ничем не лучше, чем самое там грубое нарушение канонов морального поведения. Oh, this is very similar. You know that Jesus Christ, he said, all your good works are just like filthy rags before the eyes of God. Это очень похоже на слова Иисуса Христа, которые он сказал. Даже все ваши благие дела — это как грязные тряпки в глазах Господа. So, ну что, я даже не знаю. So here, Лолита, не знаю. We'll repeat it one more time. The highest ideal of empiric morality is no better than the grossest wickedness compared to the transcendental purity of a devotee. То есть Бхактисиддханта Сарасвати Такур вас на контрасте сравнивая с чистотой преданной души, даже эталон морального поведения какого-то эмпириста или эмпирика ничем не лучше, чем самое отвратительное там греховное поведение чего-то. In fact, the word morality само слово мораль
itself is a mischievous misnomer. Это просто тоже слово обманка. When it is applied to any quality of a conditioned soul. Когда слово мораль применимо к поведению или характеристикам обусловленной души, это слово всегда неправильно используется. Understand? Is it written? Не понимаю. Is it written in Shastra somewhere? В Шастре есть проман этому? Ясьясти бхакти бхагавати акинчана сарва гунай статра самасасти сура харава бхактасья кута махат гуна манорати насати давато бхи. He said that ясьясти бхакти бхагавати акинчана, if someone is акинчан, a pure devotee who has nothing, no attachment for this world, he is only fully attached to the lotus feet of Krishna, then that devotee, sarva gunais tatra samasate sura, has all the qualities of the demigods. То есть в Шастре говорится, что окинчана, тот, кто не считает в этом мире ничто своим и полностью лишь посвятил себя служению Кришне, у этого человека проявляются все качества девот в нем проявлены. Самацатей сура. All the qualities of the demigods. Что все качества девоты будут проявлены в такой личности. So this interpretation actually wrong. Но это неправильная интерпретация. How can you say that a transcendental devotee has qualities of devatas? Devatas are in sattva gun, they are not nirgun. Как можно так прославлять чистого преданного, приписывая ему качество девот? Девоты находятся в уровне сattva gun, они не nirgun. Indra is who is watching the dancing girls in heaven. Индра, качество Индры, который там смотрит танцы своих апсар все время. Oh, drinking amrita. И пьет амриту. Такие качества у чистого преданного будут. He gets into all kinds of trouble. Индра, который постоянно в каких-то неприятностях оказывается, переделка. All the qualities of the devotees are coming to pure devotee. No thanks. Так что спасибо, таких качеств не надо чистому преданному. Sattva gun may be relatively better than rajas and tamas, but it is still within prakriti material nature. Для обычных людей, конечно, это желанно быть на уровне саттва гуны, но саттва гуна это все равно все юрисдикция майи. Samatha sahi sura means all the qualities of the sura. He means all the qualities of the great pure devotees. They come in that person who practices pure bhakti. Потом под словом сура является, на самом деле имеется в виду чистые преданные. То есть все качества высших там трансценденталистов они проявятся в таком окинчана преданном. That means wherever there's a pure Vaishnava, or you will see the qualities of Prahlad Maharaja in him. Поэтому понимаете, если есть чистый вайшнав где-то среди нас на земле, то в нем будут и качества Прахлад Махараджа. The qualities of Амбариш Махараджа in him. И качества Амбариша Махараджа. All the qualities of the great pure devotees they come in a person who practices pure bhakti. То есть тот, кто практикует чистое бхакти, он станет преемником вот этих трансцендентных качеств всех великих чистых преданных. But арава бхактаса кутамахат гуна. But what about someone who is a non-devotee? Ну а что тогда можно сказать о тех, кто не является преданными? Where are his attributes? То какие у него могут быть достоинства? The non-devotee has no good qualities at all. На самом деле у непреданных нет никаких достоинств. Matoratena asato davato bahi. Because why? This soul is identifying with the mind. Потому что душа непреданного полностью отождествляет себя с умом. And the mind is like a chariot. А ум подобен колеснице. And it is carrying him lifetime after lifetime. И он несет, эта колесница несется и несет эту душу на себе из жизни в жизнь. So he may be a very elevated and moral person now. And he'll go up and become a devata, and after some time he'll come down and then become a fallen person, and then go into lower species, and then come up. So his soul is just riding on the chariot of the mind, from up and down throughout the top to the bottom of the universe. То есть надо понимать, что обусловленная душа это заложница ума. И да, может сейчас человек моральный, порядочный, там добродетельный. А завтра, а в следующей жизни, а может он дойдет до рая, побыв в рае, он опустится обратно на землю, через какие-то жизни скатится вниз.
То есть как можно сказать, что это достойная личность, эталон подражания? He cannot help himself. Человек, он уязвим, вот такой обусловленная душа, полностью уязвимая и сам беспомощен. What to speak about, do anything for the benefit of others? Как кто-то беспомощный, который сам себе помочь не может, может что-то сделать на благо других. And in his mind is, I am very charitable and kind and merciful to everyone. Даже такой порядочный человек в уме все равно собой гордится. Он думает, я хороший человек, я помогаю другим, бедным, голодным, so, я делаю хорошо. Prabhupada is saying the highest ideal of empiric morality is no better than wickedness. И поэтому Прабхупада так жестко говорит, что даже все эти достоинства всех этих моральных обусловленных людей ничем не лучше греховного поведения, а моральное. So what can we say about the purity of the pure souls? Поэтому что можно сказать достойное о чистоте чистых преданных? It's very gambhir. Потому что их чистота это такая глубокая тема. It can only be understood by hearing and through realization. Это можно понять только посредством откровения или слушая других чистых преданных, которые прославляют чистоту чистых преданных. Otherwise, we'll measure the purity of a devotee by our material standard. Значит, все равно мы измерять будем чистоту преданных все равно по нашим мирским меркам. То есть примиряться будем к нему с ракурсом. Он хороший, он добрый. То, что мы считаем хорошим в этом мире. Oh, this devotee is not very merciful. Кто-то подумает, а вот этот не очень милостивый преданный. Because he looks very serious. Что-то какой насупленный, серьезный очень. I saw him coming. He did not wave to me. Вот я стоял, когда он заходил, он мне не помахал и не улыбнулся сегодня. Not merciful. Вот он не хороший, он не добрый. Он, наверное, жестокий какой-то. The mind trying to understand the purity of a devotee may fall in the trap. He's bound to fall in the trap. Потому что уму не под силу примериться, соизмерить чистоту преданного. То есть ум будет пытаться что-то там себе докумекать, но всегда он не то поймет в результате. Which is called Padmaniti. Падманити у него будет ума. Do you know Padmaniti? Вы знакомы с Падманити? Niti means ethics. Нити – это этика. And Padma means the old mother of Kamsa Maharaj. Padma – это пожилая матушка Камса Махараджа. Once in Dwarka. Однажды в Двараке. Balaram and Uddhav and others, they were discussing how the Brijabasis, they're suffering so much in separation from Sri Krishna. Однажды в Двараке Баларам и Удав они завели разговор о том, как о печальной участи Брайджабаси, о том, как тяжело им пришлось в разлуке с Кришной, как они страдают в этой разлуке. So the old mother of Kamsa Maharaj, это старуха, when she heard how the Brijabasis are suffering in separation from Sri Krishna. И когда она подслушала, что идет разговор о том, что Брайджабаси страдает в разлуке с Кришной, she said, I think we can solve this problem. Она вышла и говорит, это не проблема, мы все утрясем, мы решим этот вопрос. Bring me the accountancy books. Так, принесите бухгалтерские книги сюда, журналы мои. And we'll make a spreadsheet. Мы сейчас составим, там сделаем финансовые расходы, приходы. Let's calculate. Сейчас мы все распишем там. Because quite honestly, now here in Dwarka, Krishna is a prince, but there he was a Gwalbal, he was a coward boy. Gopal. Зашла речь об их страданиях. Давайте говорить по-честному. Вот вы знаете, тут Кришна у нас принц, а там кем они его сделали? Каким-то пастухом. Every day they made him go out into the forest in the hot sun. Вы знаете, что каждый день они заставляли его выходить на пастбище под палящими лучами. And the dust everywhere. В пыли это сидеть целый день на пекле. With no shoes. Без обуви мы не выдавали там. So let's calculate. Так, давайте подсчитаем теперь. Because really they shouldn't be crying so much that Krishna has left Vrindavan. Что это они хнычут теперь, что Кришна убежал от них из Вриндавана? What did they lose? Что они потеряли? Let's calculate it. Сейчас подсчитаем.
Let's see, Krishna left Vrindavan when he was almost 11. Так, ему было почти 11, когда он от них уехал. And he started grazing the cows when he was 5. Пасти коров он начал, когда ему 5 было. Okay, so that's nearly 6 years. Почти 6 лет. Now, how much does it cost to hire someone to take care of cows for 6 years? Так вообще, сколько стоит нанять кого-то на 6 лет пасти коров? Okay, so the yearly salary is this? Зарплата. Multiplied by 6. Годовую зарплату сейчас помножим на 6. Okay, now let's check the expenses column. Так, вот это зарплата. А теперь сейчас посчитаем расходы, сколько там расходов было. So they had to give him every day some makan, some butter. Так, масло ему каждый день выдавали. And some rice and dal. And так, рис, дал, что-то ему. Чапатис. Чапати ему кормили. Let's calculate how much that costs per meal. Стоимость одного обеда сейчас посчитаем. 3 meals a day. 3 приема пищи в день. 6 years. На 6 лет. Let's add that up there. Так, посчитали. And you'll see that he worked. Whatever they gave for him, he repaid them by all the work. Ну вот и посмотрите, он все это отработал за 6 лет. Все, что ему давали, он ничего им не должен. So now he left Vrindavan, he's come to Dwarka. Why are they crying? We don't owe them anything. А что они? I just did the calculation. We don't owe them anything. Что они ноют там? Вот ну ушел от них, устал за 6 лет работы, живет с нами теперь, мы им ничего не должны. Вот смотрите, вот все тут в ноль вышло у меня. I know they invested so much fresh makan. Ну что, масло много свежего они там. And also, it's also time as well, caressing him. Ну какое-то время там нянчили его. Feeding him. Ну кормили, обнимали. As well. But if you take into account how many hours he was working. Ну он работал, сколько часов в день мальчик работал? Then I think we're all square. Все, раз мы квиты. So why are the Brijbasis so upset? Поэтому я не понимаю, чем они так расстроены, эти Брижбаси. This is called Padmaniti. Это называется Padmaniti. Trying to understand the love of the pure devotees on the basis of our material experience. Вот если мы, основываясь, исходя из своего обусловленного жизненного опыта и догадок, пытаемся понять, там, что там на сердце и уме чистого преданного и о чем, в чем чистота чистого преданного, вот мы обычно к таким выводам придем. So you may say, well, no, I don't do that. А вы скажете, я не такой, как Падмавати совсем, я другой. You know that Srila Rupa Goswami Pada has written, Твоя яду пабуджа те, мура джиданга санге сукам, тадива баху джанати, свайма вапти ташудади, мая крита пролоба непкати чар чури чарьяя, кадапи мани манджари на куруте абисапс прихам. One day, Rupa Goswami написал свою поэзию. Шримати Радхика told one Saki, you should go and arrange for Mani Manjari to go on Abhisar, on a lover's journey to a rendezvous in the forest and meet with Sri Krishna. Однажды Радика подговорил одну из своих подруг, сказала, давай устрой свидание Мани Манджари с Кришной, там, договорись о встрече и пошли ее, сопроводи ее на это Абисар, то есть на свидание. And then you should come back and report to me what happened. То есть устрой ее встречу, свидание, все это, договорись с ней, приди мне потом, расскажи об этом. So then that Saki, she went to meet with Mani Manjari. Saki пошла искать Мани Манджари. After some time she came back to Shrimati Radhika. И через какое-то время вернулась обратно к Радхике. Said, oh, Radhika. И сказала Радхика. I told her, Krishna is very eager to meet with you. Let's go. Ты не поверишь. Я пришла к Мани Манджари и сказала ей, что Кришна с нетерпением ждет тебя на свидание. Пошли к нему. And she said, oh, you don't understand. I experience more happiness when I see Radharani meeting with Sri Krishna than if I were to meet with Krishna myself. А Мани Манджари мне ответил, он сказал, ты меня совсем не понимаешь, я не хочу свидания с Кришной, меня гораздо больше радует, когда он встречается с Радикой. Вот это источник моего счастья. That's,
That Sakhi said, oh, look, don't you know that meeting with Krishna, the embrace of Sri Krishna, this is the greatest happiness. Sakhi продолжала уговаривать Мани Манджири, ты разве не понимаешь, что эти встречи, возможность встречи с Кришной, это самое сладкое, его объятия, его поцелуи, время провождения с ним. All the beautiful gopis of Vrindavan, they dream of this. Ты все девушки, все красавицы Вриндавана только об этом и мечтают. And now it's your turn. И наступила сегодня твоя очередь. Hmm? No, no, no. Мани Манджири говорит, не хочу. What's wrong? Что не так? Look, Lalita is Radharani's friend. Что тебя смущает? Смотри, Лалита это лучшая подруга Радхарани. She's a Sakhi. Она Сакхи. But sometimes when Radharani wants, she also becomes a Nayika and meets with Krishna directly herself. Но она же не будет отказываться от свидания с Кришной, если Радика скажет ей, что иди на свидание с Кришной, будь героиней, она пойдет. And she's still Radharani's best friend. Но это никак не отражается на ее дружбе с Радхарани, она остается ее лучшей подругой. So there's no problem. Никаких проблем тебя не ждет. Why do you always want to make yourself lagu? Insignificant. Почему ты хочешь быть такой скромницей, оставаться такой незначительной лагу? So that Sakhi said to Radhika, Maya krita pralobana pyaticha turi tareya. I used so many clever words and tried to do pralobana to entice her to accept this meeting with Krishna, but she was so pure-hearted. She never accepted. И подруга рассказывает Радхике, говорит, ты не поверишь, я вдавалась в такую дипломатию, я так ее искушала всяческими доводами, но что бы я ей ни говорила, она наотрез отказывалась. Мани Манджири настолько чистосердечная, что она тебе предана на всю жизнь, Радика. So then you think, oh, these maidservants of Radhika, they're so wonderful. И вы, услышав эту историю, подумаете, ну вот служанки Радики, они очень хорошие. Yes, if I can get more happiness by making Radhika meet with Krishna, than by meeting with Krishna directly myself, better to be a dasi of Radhika. Вы подумаете, действительно, если я могу принести больше радости Кришне, устроив его встречу с Радикой, то лучше тогда буду служанкой Радики. Right? Правильно? This is Padmaniti. Но это опять Падманити. Because you are Gangaliti. You are thinking, how can I enjoy the most in the spiritual world? Вы просто пытаетесь сами обустроиться, найти свое место в духовном мире и думаете, какую нишу занять. То есть, это, наверное, хорошее положение, буду вот служанкой тогда Радики, если вот так дела обстоят. Everyone in Braj, they're hiding their mood by their words. На самом деле, во Враджи все скрывают свое истинное настроение своими словами. No, no, why? I get more happiness if Radhika will meet with Krishna than myself. This is hiding the actual mood. То есть, когда они скажут, что я больше удовольствия получаю, когда Радика встретится с Кришной, они скрывают свое настроение. What is the actual reason? Какая истинная причина? No reason. Да нет там причин. Praying na swara sikasya kasyati dayam vikrid di prakriya. This praying has its own life. Потому что их любовь, она живет своей жизнью, у нее своя жизнь и свои правила. It cannot be understood by the material mind. Упрямые свои понимания, ее понять невозможно никакими там. If a person will try to transgress into this world by his own mind, then he'll interpret everything like Padmaniti. То есть, если человек пытается силой вот сам туда пробраться, что-то понять, то всегда придет к таким глупым, но абсурдным и на самом деле ужасным выводам, как Падмавати пришла вот это, подсчитывая, что там они должны Браджабаси, они должны за работу Кришны. Oh, the subject of the pastimes of Radha and Krishna. This is understood by the Mukta Purush, liberated persons. Потому что вот эти темы лил Радхи и Кришны понятны только Мукта Пурушам, личностям, полностью освобожденным. Gaudiya Darshan. The philosophy of the Gaudiyas is not the vision of a philosophical mind. То есть Гаудия Даршан, то есть видение вот это Гаудия Вайшнавы, это не какое-то умозаключение, какие-то выводы, к которым мы пришли с помощью интеллекта. Истейсварасики рага. The attachment, the love is spontaneous, without cause. Потому что любовь трансцендентная, она спонтанна, беспричинна. Only when we're touched by that quality of Swarup Shakti, then we become activated in that seva. То есть мы должны активироваться. Если Сварупа Шакти коснется нас, заденет, то мы оживем. И тогда мы подключимся к этому потоку, и все вот эти
интриги трансцендентные станут понятными, потому что мы будем жить этой любовью тогда. So Srila Prabhupada is saying here that we, what does it mean, the pure devotee? We don't have words here to express. И он, Бхактисиддхан Сарасвати Такура, предостерегает нас, говорит, у нас нет словарного запаса даже и достойного понимания того, что, чтобы описать чистоту преданного. Because the concepts coming from our material mind, this is all Padmaniti. Все, что всплывает в нашей голове, когда мы пытаемся даже прославить чистого преданного, это вот этот словарный запас материального мира и мирских ярлыков. Mm-hmm. И поэтому все выходит как Падманити. And love is something else. Это наше вот это обусловленное состояние, а любовь, према, это совершенно что-то запредельное. Ясья деви парабхакти ята деви татагро. It begins with парабхакти to Гурудев. А начинается это знакомство с этой премой, это с парабхакти Гурудеву, направленное на гуру. Even that we cannot do. И даже парабхакти Гурудеву мы не способны совершать. We try to serve. Мы пытаемся служить. But we serve for ourselves. Но все равно служим ради собственной выгоды. But anyway, if the disciple will try to carry out the instructions of Gurudev in his life under all difficulties and circumstances, when Sri Guru is pleased, then he will bestow upon the disciple the parabhakti, the causeless love. Все равно наши попытки служить даже Гурудеву, там они полны изъянов, но ничего не сделаешь с этим, то есть надо продолжать служить и терпеть все сложности, которые приходят в процессе служения, проходить все экзамены, сдавать. И со временем сердце Гурудева будет растрогано, и он прольет эту милость, он, то есть наделит нас возможностью служить ему. So the purity of the transcendental service to Radha and Krishna, this cannot be grasped by the Aroha Panta. И поэтому вот эту чистоту любви Радхи и Кришны и чистота понимания того, как служить им, это никогда не придет посредством этого восходящего пути Aroha Panta. It cannot be compared to material morality. И вот эту чистоту нельзя приравнивать к мирской морали. The hypocritical, now Prabhupada is saying, coming back to the words of Srila Prabhupada, the hypocritical contentment with a negative attitude is part and parcel of the principle of undiluted immorality. Еще раз. Окей, hypocritical contentment. Лицемерное довольствование. With a negative attitude. Вот этим своим неправильным умонастроением. Is part and parcel of the principle of undiluted immorality. Это неотъемлемая составляющая вот этой неразбавленной аморальности. What does that mean? Что это надо перевести еще раз на понятный язык? When we speak of worldly morality, it's a negative attitude. Что когда мы говорим о мирской морали, это негативное отношение, отрицательное отношение. I did not steal anything. Мы говорим, я ничего не крал. I did not kill anyone. То есть это как бы негатив. Я никого не убивал. Что со мной не так? Я не крал, не убивал. I did not have the illicit relationship with anyone. Не вступал в незаконные отношения. I am very moral because there all this list of things that I didn't do. То есть что мы ссылаемся на то, что мы не плохое, что мы не делали, не крал, не убивал никого, ни с кем там незаконно не вступал в отношения. Я хороший. I did not tell any lies. Никого не обманывал. So and the person becomes very content. My very moral person. И человек начинает это лицемерное самодовольствование тем, что он вот этого всего не делал. So Prabhupada is saying this contentment with the negative attitude, thinking this is a positive morality, itself is part of the undiluted principle of the principle of undiluted immorality. То есть Прабхупада говорит, что если мы равняемся, довольствуемся тем, что мы вот так не скверно не грешили, и мы считаем, что это наше достоинство, то это само
это указывает на то, что мы настолько уже погрязли в такой беспробудной аморальности. There has to be some positive engagement in relation to transcendence. То есть мало того, что мы не делаем плохого, мы должны внести какой-то позитивный элемент того, что мы активно делаем в сфере духовности. Otherwise, by just negating the material, you're left with nothing. Шуньявад. Просто если мы отметаем. Нирвишеша шуньявади пастертья деша. То, что мы ничего плохого, жуткого не делаем, то все равно, если бы то не делали, то, а что у нас есть положительного тогда? Там нет ничего. То есть шуньявад остается какой-то. Next paragraph. Идем дальше. Excuse me, I'm going line by line, because it's so amazing. Извините, приходится по предложению нам переводить, потому что каждое предложение там столько содержит. Шрила Прабхупада ки! Now he's saying, those who pretend to recognize the divine mission of Thakur Bhaktivinod without aspiring to the unconditional service of the pure souls who are really following his teachings, they are only deceiving themselves. И те притворщики, которые устами говорят, что они последовали Бхактивинода, но при этом они не содействуют никак живым носителям его знаний, то есть не служат никому, то эти люди живут в полном самообмане, то есть они тешат себя этим самообманом. So such a hypocritical person should not be confused with the bona fide members of the flock, of the true followers of Srila Bhaktivinoda Thakura. И таких лицемеров надо выявлять и отделять их от истинной пасхи, то есть истинных последователей Srila Bhaktivinoda Thakura. Because after Srila Bhaktivinoda Thakura disappeared, then within his group, the Navadvip Dham Pracharini Sabha, came this Prakrita Sahaja tendency. О чем говорит Бхактисиддханта Сарасвати Такур? После ухода Шрилы Бхактивинода Такура в этой общине его последователей, Навадвип Дхамме вот этой общины, появились Пракрита Сахаджи. The tendency to try to imitate divine service within the mind. То есть вот эти имитаторы, те, кто, полагаясь на собственный ум, фантазируют о том, что они совершают лила смарану. Rather than serving under the guidance of pure devotees and chanting the holy name and waiting patiently for Naam, the seed of Naam, to manifest. То есть вот это завелось духовное это лентяйство тех, кто не хочет служить святому имени и полагаться и терпеть и ждать, когда святое имя милостиво явит откровение, они просто вот сидят и придумывают свои вот эти сказки, фантазии, в которых они медитируют. So this is a very important point that we are coming in the line of my Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj and Srila Prabhupada, we are all the followers of Srila Bhaktivinoda Thakur. Это очень важная мысль, потому что мы поколение, мы последователи моего Гурудева Шрилы Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджи, мы последователи Шрилы Бхактивиданты Свами Махараджи, и посему мы являемся, то есть, последователями Шрилы Бхактивинода Такура. And our Srila Bhaktivinoda Thakur has given the instruction that the whole world will be delivered by bringing everyone to perform the Navadvip Dham Parikrama. И Бхактивинода Такур, он предсказывал, он предрекал, что весь мир, то есть получит огромное благо и сплотится, если люди будут приезжать и совершать паломничество на Навадвип Дам Парикрамы. And after that one should perform Braj Mandala Parikrama. Что мир объединится благодаря этому, что люди будут принимать прибежище на Навадвип Дам Парикрамы и затем совершать Браджа Мандала Парикрамы. Under the guidance of pure Vaishnavas. Под руководством чистых вайшнав. Those who have had that experience, they can vouch how it transformed their life completely. И любой из тех, кто уже был на этих парикрамах, сам с готовностью вам засвидетельствует, насколько вот этот опыт меняет жизнь, какая удивительная трансформация проходит благодаря таким паломничествам. Now, perhaps you remember in the beginning, in the opening paragraphs, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, the day will come in the future when the books of Srila Bhaktivinoda Thakur will be translated into all the languages of the world. Помните, как в одном из первых абзацев Бхактисиддханта Сарасвати Такур предрек, сказал, не за горами тот день, когда книги Бхактивинода Такура будут переведены на все языки мира. So that already became true. И мы знаем, что это предсказание уже сбылось. Now there's another prediction. Сейчас нас ждет еще одно предсказание. Next paragraph. Следующем абзаце. Thakur Bhaktivinoda has predicted the consummation of religious unity of the world
by the appearance of the only universal church, which bears the eternal designation of the Brahma Sampradaya. И далее Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что Бхактисиддханта Тхакур предрек, что произойдет слияние всех религий мира под знаменем вот этой Гауди Брама Сампрадай. He has, Srila Bhaktivinoda Thakur has given mankind the blessed assurance that all theistic churches will shortly merge into the one eternal spiritual community by the grace of the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Что Бхактивинода Такур дал свою гарантию, то есть благословение на то, что все теистические течения, духовные течения мира сольются в одну духовную общину, то есть последователи Шри Чайтаньи Махапрабху. The spiritual community is not circumscribed by the conditions of time and space. Духовная община, то есть духовное единство не обусловлено, не ограничено временем, пространством и обстоятельствами. It has no boundaries of race or nationality. То есть духовное единство и община не признает различий там каких-то кастовых, расовых, этнических. Mankind has been looking forward to this far-off divine event throughout long, long ages. Человечество уже в течение долгих веков ждет эту долгожданную вот эту общину, вот это единство духовное. Thakur Bhaktivinoda has made this conception, that is of the universal spiritual community. И Бхактивинода Такур, он основатель, вот это, он видит вот эту концепцию. He has made this conception available in its practicable spiritual form to the open-minded empiricist who is prepared to undergo the process of enlightenment. То есть он сделал эту идею доступной и понятной любому тому, кто готов отказаться от эмпирического метода познания истины и предаться духовному поиску, правильному методу духовного познания. The keystone of the arch has already been laid, which will afford the needed shelter to all awakened animation under its ample encircling arms. Уже Бхактивинода Такур заложил главный камень в эту арку, которая станет прикрытием и прибежищем. You know, the key, when there's an arch, the keystone is the wedge at the top that holds all the other stones in the arch in place. Это главный камень, который, yeah. Краеугольный камень, он уже заложил туда в эту арку. So Srila Bhaktivinoda Thakur has given the keystone, and it will hold together all the other aspects of the universal spiritual community. И к этому краеугольному камню уже можно легко будет прикрепить все остальные вот эти камни идей разных теологических течений, чтобы они слились в одно единое вселенскую чёрт. So those who would thoughtlessly allow their hollow pride of race, pseudo-knowledge and pseudo-virtue to stand in the way of this long hope for consummation would have to thank only themselves for not being incorporated into the spiritual society of all pure souls. То есть, говорит, и те, кто будут чинить всякие препятствия, ставить преграды, гордясь своим псевдо какой-то там кастой, своим особенным положением, какой-то там мирским каким-то фактором, который они считают, что выделяет их из толпы, то, ну, пусть сами на себя пеняют то, что они не окажутся частью вот этой удивительной духовной вселенской общины. То есть сами виноваты. These plain words need not be misrepresented by arrogant persons who are full of vanity. И то есть тщеславные, надменные люди, они будут пытаться исковеркивать вот эти идеи и слова. Thinking that they are pronouncements of aggressive sectarianism. Потому что они будут там кидаться на всех со своими духовными. Someone may say, hey, I don't believe any of this. Что кто-то начнет отмахиваться от этой идеи, говорит, я не верю в это. You are a very aggressive sectarianist. И скажет, вы просто агрессивные сектанты. Because you are saying everyone will join your Brahma Sampradaya. Что это вы там возомнили, что все присоединятся к вашей Брахма Сампрадае там? Why doesn't your Brahma Sampradaya join our church? Пусть ваша Брахма Сампрадая к нашей там церкви присоединится лучше. So that means
If someone is like this, they're not listening. И он говорит, если они так реагируют люди, так значит они не услышали ничего. Because absolute truth is one and incorporates and includes all existence. Потому что абсолютная истина, она едина, и в ней есть место для всех целостных идей. It is the Brahma Sampradaya, the supreme truth, just as Sri Krishna enlightened Lord Brahma with the sound of his flute at the beginning of the creation. And he has enlightened Narad Muni, Vyasadeva, and so on. This revelation directly coming from God is for everyone. Потому что мы не ограничиваем людей, сказать, что это какая-то секта Брама Сампрадая. Это абсолютная истина. Брама услышал абсолютную истину от Кришны, получил через его флейту. В свою очередь он передал эту трансцендентную истину четырем кумарам, Нараде, Муни, и эта трансцендентная истина нисходила по гуру Парампаре. So, Bhaktisiddhanta Sutaka was saying, don't criticize us, saying that we are aggressive sectarianists. И Бхактисиддханта Сарасвати такой говорит, не надо нас называть агрессивными сектантами. This is a mistake. Это неправильно будет, ошибочное поведение. But the aggressive pronouncement of the concrete truth is the crying necessity of the moment. То, что мы агрессивно так провозглашаем вот эту высоту этой духовной истины, это неизбежно. This truth must be aggressively pronounced everywhere. Что поделать, время требует такого уже агрессивного подхода. Всем громогласно нужно заявлять об этой истине. Почему? To silence. The aggressive propaganda of untruths, which are being carried out all over the world. Чтобы заткнуть всю ложь, которая вещается повсюду в мире, дезинформация, надо громогласно им говорить правду. So here, Srila Bhaktisiddhanta Sutaka says there's a very aggressive propaganda of untruths everywhere. Чтобы Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что неправда, в свою очередь, очень агрессивно пропагандируется везде, вещается. And it is being carried on all over the world. И это идет, он говорит, по всему миру. By the preachers of empiric contrivances. Вот этим проповедниками этих эмпирических всяких ostensibly for the amelioration of the hard lot of the conditioned souls. Чтобы просто там льстить сердцам, умам глупцов, вот это идет, вот это пропаганда глупая. Now, Srila Prabhupada is explaining what is the nature of the aggressive materialistic propaganda. Сейчас Бхактисиддханта Сарасвати Такур объяснит, в чем заключается природа агрессивной материалистической пропаганды. He said, the empiric propaganda clothes itself in the language of negative abstraction. Он говорит, вот эта пропаганда, она надевает на себя наряд негативных абстракций. For deluding those who are engrossed in the selfish pursuit of worldly enjoyment. То есть она завуалирована в этот наряд негативных абстракций, чтобы обдурить тех, кто стремится к чувственному наслаждению в этом мире. Now, this is very profound. Чтобы охмурить, то есть, и вот это очень важная идея. If someone has a very strong bhogavritti, their spirit is to enjoy and exploit the material world. Нужно понимать, если человек стремится к бхогавритти, у него сильный дух наслаждения, он хочет жить для своего удовольствия. Then it's very easy to control them. Его охмурить и контролировать очень просто. They are tricked very easily by what? The language of negative abstraction. Что срабатывает на таких людях именно вот этот язык негативных абстракций. Everyone, come together. То есть он говорит, братья, соберитесь вместе. What do we need? Что нам нужно, братья? Freedom. Свобода, братья, нам нужна свобода. Right? We need freedom, right? Нужна же свобода. Ну скажите да. Who agrees we need freedom? Кто хочет свободы, ребята? No. No. What is freedom? Так, а ну давайте сейчас паузу сделаем. Что такое свобода? Have you ever seen any freedom? Вы свободу когда-то в жизни видели? Freedom means when you want to do something, it is the absence of some obstacle blocking you. Что такое свобода? Это отсутствие каких-то препятствий к действию. То есть мы хотим двинуться, и нам ничего не мешает. Вот это мы свобода. So freedom is not a thing. It's a negative abstraction. Поэтому опять-таки это не идея, не вещь.
Свобода – это просто негативная абстракция, отсутствие сопротивления. Which in the mind has been concretized into something real. А в наших умах из этой вот этой негативной абстракции уже сделали какую-то конкретную концепцию – свобода. Свобода! It is the unfinished idea. То есть, а вообще идея, она незаконченная. Floating in the air without any context. То есть, абстрактная идея, витающая где-то в воздухе, нет никакой в ней конкретики. Freedom what? Freedom to take drugs? Свобода что? Принимать наркотики? Freedom to jump off a building? Свобода прыгнуть с крыши высокого здания? Freedom to not have an education? Свобода не заниматься собой, не изучать ничего. It doesn't mean anything. Что такое свобода? Вот само по себе это вообще ничего не значит. But if someone is filled with material desire, yes, I need freedom because I want to do this and this and this and no one should stop me. Но материалисту эта идея очень нравится. Вот вдруг вот эта идея свобода. It's very attractive. It's deluding for them. То есть охмуряет, он думает, я свободен делать, что хочу, никто меня не остановит. You know what's really important? What do we need, people? А что нам по-настоящему, народ, надо? Толерантность! Толерантность! Толерантность is the highest thing. Толерантность — это лучшее из всего, что есть. That means I want to do nonsense and you should not tell me not to do it. You should tolerate my nonsense. Толерантность. Я хочу дурковать, а вы терпите. This is an unfinished idea floating in space. Опять не созревшая, совершенно не созревшая идея, витающая просто вне контекста, вот в эфире вот этой пропаганды. What should we tolerate? А что нам толерировать? Should we tolerate evil? Что терпеть зло надо? Tolerate Satanism? Сатанизм надо терпеть. Толерантность сатанизму что? К чему эта толерантность должна быть направлена? Most of all, equality. А равенство, равенство нам нужно по-настоящему. Equality is the best. Потому что равенство — это очень важно. If you work hard all day. Потому что если вы целый день будете работать. And I do nothing. А я буду сидеть и ничего не делать. But we should have equal pay. Но по-равному надо равенство, чтобы платили нам абсолютно одинаково. Because equality. Потому что равенство — это ценность. Is the greatest thing. Это лучшее из идеалов. So here these are called negative abstractions. И все вот эти идеи, они как раз называются негативными абстракциями. I have used some in the field of the political or social field. То есть сейчас я применил вот эти, как проиллюстрировал в контексте социальной жизни. But the negative abstractions are there also in the philosophical and metaphysical field. Но эти же негативные абстракции живут и в сфере философии и метафизики. Oneness. Единство. Everything is one. Все едино. What's the difference between everything is one and everything is nothing? А какая разница между что все едино и все ничто? Вообще нет разницы. Liberation. Освобождение, мокша. Освобождение. This is not something. This is just removing the material. Да что так опять не. But there's nothing positive. Нет ничего положительного. Просто убираете отрицательное. Вам мешают, да, и вас освободили. So these are all negative abstractions, which delude those who have the enjoying spirit. И все вот эти концепции, они в категории негативных абстракций, но они способны охмурять вот эти мирские умы, тех, кто хочет наслаждаться. The same is there in the scientific field. Те же самые идеи присутствуют в научной сфере. Oh, everything is just the forces of nature. Говорит, все это силы природы. What is a force? Ну что такое сила природы? Yeah, we don't know. А ну мы не знаем, кто это такой. We have a name for it. We call it a force. Но мы называем это сила там притяжения или сила того, сила. But this is only an abstract concept of some attribute having no substrate. There cannot be an attribute without a substrate. Ну, то есть получается опять мы это вытяжка какой-то абстрактная вытяжка того, в чем нет основы, на чем не жиждется. То есть витающая идея опять. Natural forces. То есть естественная сила. Even the concept of time. Даже сама идея времени. The concept of mass. Массы. These are all abstract concepts. Это все абстрактные концепции. Now scientists have the idea some are putting forward it from bit.
Сейчас в науке пришла эта идея, что everything is just made of information. Что все состоит из бит, то есть все из информации состоит. But a bit actually is not information, it's a measurement of information. Но бит это не информация, это то есть это So, измерение. Это система. So everything единица is made измерения of, информации, которую мы. Everything is made of a measurement, of measurement of what? Тогда что сказать? Все состоит из системы измерения чего? What is moving the car? Что двигает машину? 60 miles an hour. Что перемещает машину со скоростью 60 км в час? No, that's the measurement of the movement. But what's moving? What is moving? Ну, то это скорость машины, то есть это измерение опять-таки. А что движет машиной? So in the Pranamanta to Srila Prabhupada he says, Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarne. He came to take away impersonalism and nihilism. Shunyavad, nihilism from the world. И в Пранамантре Шри Прабхупады говорится, он пришел избавить мир от имперсонализма и нигилизма. Because in the social realm, in the intellectual realm, in the metaphysical world, all are living in the cloud of nihilistic negative abstractions. Потому что все люди живут вот этими нигилистическими идеями этих негативных абстракций и в сфере там, геополитической, социальной, бытовой сфере, в научной сфере, философской, метафизической, везде. То есть вот эти идеи, они доминируют, и они уже заразили все умы. And only those who are driven by the spirit that they want to enjoy for themselves. When they hear these words, they become very charmed by that. Но вот эти слова, они как нектар для ушей тех, кто хочет упрямо хочет жить ради наслаждения. Srila Prabhupada has said so many things just in few words, so I'm trying to unpack and relish what he's saying. Просто раскрывая вот этот глубокий смысл, то есть Srila Prabhupada это сжал этот глубочайший смысл, столько идей вот в одно-два предложения, но я хочу это раскрыть, чтобы стало понятным, о чем он говорит. Says, but next paragraph. Следующий абзац. But there is a positive and concrete function of the pure soul. Но есть положительная функция для чистой души. That should not be perversely confounded with any utilitarian form of worldly activity. И нельзя. And it should not be perversely confounded with any utilitarian form of worldly activity. И нельзя вот эту чистоту этой души как-то привязывать к утилитарной функции, это извращенного понимания функции этого мира, материальной деятельности. You can see many persons come. Видишь, что приходит много людей. Oh, what is this Krishna Bhakti about? Допустим, интересующихся, а что это за Кришна Бхакти, что это такое? Oh, Prabhu, please bless me. И кто-то говорит, благословите меня, пожалуйста. I have a problem with my family. У меня проблемы в семье. With my husband. С мужем. With my children. С детьми проблемы. With my mother. С мамой проблемы. With my finances. С деньгами проблемы. With my job. На работе проблемы. If I chant Hare Krishna, will it help me? Если я буду вашу мантру повторять, это поможет решить мои проблемы? Then they hear Anya Bilasta Shunya. Bhakti is performed without the slightest desire for any worldly thing. Потом человек задержался немножко, вдруг слышит ему говорят, что бхакти совершается без каких-то любых своих личных корыстных желаний мирских. This bhakti is useless. Человек думает, это что вообще за глупость это, что это за бхакти тогда? Completely has no use at all. Идиотизм полный, какой прок от этого бхакти? Well, because the mind is always trying to grasp at everything which can be utilized in the agenda of the ego. Потому что ум все фильтрует, все мы на мир смотрим вот через этот фильтр. Это выгодно, мне не выгодно. Как это применить себе на пользу? Что из этого можно себе раздобыть? So Srila Prabhupada is saying that there is a positive function of the soul which should not be perversely confounded with a utilitarian form of worldly activity. Вот он и говорит, что есть функция чистой души, которая, то есть есть место для души в мире, которое вот эта функция действия нельзя путать с обычной мирской деятельностью, потому что это будет извращенным пониманием. We don't do bhakti to get anything. Что надо понять, что мы не делаем, мы не практикуем бхакти ради того, чтобы что-то получить. The constitutional position of the soul in his eternal relation with God. Это просто порыв сердца, души, это зов сердца, что вот в наших вечных отношениях любви с Богом,
Мы это хотим делать и делаем. But Srila Rupa Goswami Pad has said that bhakti is so powerful that as a side effect, all material enjoyment will come. Рупа Госвами Пад говорит, что бхакти обладает такой силой, что побочным действием там и ваши желания исполнятся. All the yoga cities of the mystic yogis will come to the pure devotee, but he's so humbled, he never shows them. Бхакти дает все, потому что оно включает в себя все, оно даст любые мирские желания исполнит, даст любые сверхъестественные способности, йогические всякие ситхи, но чистый преданный настолько скромен и смиренен, что он не станет этим хвалиться или даже показывать это свои силы. You know, yogis, like the Rasa Rishi, they can fly in the sky. Йоги, они открыто демонстрируют свои возможности, то есть Дурваса. But the pure Vaishnavas more power. Дурваса полетит по небесам там перед взором. But because he's Tanada Pisu Nichena, he's standing in the queue at the airport. Да, у Вайшнава гораздо больше чистого мощи, но он Tanada Pisu Nichena, поэтому он станет там в конце очереди в аэропорту и будет ждать посадки чекина там вместе со всеми. Tanada Pisu Nichena. Он Tanada Pisu Nichena, он не взмоет там после фестиваля в небеса и не унесется в другую сторону. Ordinary persons, they cannot understand the activities of pure Vaishnavas. Обычному обусловленному уму не постичь поведение Вайшнава. From bhakti comes all worldly enjoyments, all mystic powers, even the happiness of Brahmananda, liberation. Потому что бхакти дает все, и все мирские услады, и сверхъестественные там ситхи способности, и даже блаженство Брахмананды. The vision of Paramatma. In every atom. То есть видение параматмы, восприятие параматмы в каждом атоме. All these things come. Все это приходит через бхакти. But the devotee gives pranam to them. Но преданному это не интересно, он кланяется этому всему, он видит это и хорошо. Because he wants to sing. Преданный хочет петь. Раде джайо джайо матава джайи. Glories of Radharani, Krishna will smile. Он хочет петь о Радике. Услышав о прекрасной Радике, Кришна начинает улыбаться, играть на флейте. And to put that smile on the face of Krishna is more than flying through the sky like the Vasa Rishi, more than mukti liberation, more than all the worldly enjoyments. То есть вот это возможно заставить Кришну улыбаться, расплыться в улыбке, это гораздо ценнее для чувства преданного, чем взмыть в небеса и куда-то улететь там, или чем какие-то мистические силы являть, или испытывать блаженство Брахмананды, или наслаждаться по полной программе в этом мире. That is a nirgun, completely beyond this world. Вот эта радость, она полностью трансцендентная, она ниргун, она за пределами. And by doing this, the devotee experiences the greatest joy. Even he does not want that joy, but it comes anyway. И преданный вот так он спев о Радхе, то есть он сам испытает такое блаженство, которого он сам даже и не хочет, такое ананда. Но все равно это ананда его достигнет. Just like if there's a feast and you're distributing makkhan, distributing fresh butter to everyone, so your hand will get greasy. То есть если вы раздатчик просада на празднике, и ваша же задача там раздавать всем пригоршню масла, то в процессе и ваша ладонь станет масляной. Your purpose is to distribute the makkhan. То есть это не ваша задача там, anyway, your hand will get кушать масло. Вы раздаете его, но все равно работа такая, что рука будет в масле. So the devotee's purpose is to give joy to Krishna. But automatically the devotee himself becomes in Paramananda, supreme ecstasy. То есть задача преданного радовать Кришну, но в процессе эта радость так заразительна, что он сам радостный становится. So Srila Prabhupada is saying that mankind stands in need of this positive spiritual function. И человечество живет в ожидании вот этой возможности, то включенности души в какую-то положительную деятельность. Of which the hypocritical impersonalists are in absolute ignorance.
И вот этой деятельностью, о которой имперсоналисты вообще понятия, вот эти лицемерные имперсоналисты понятия не имеют о существовании такой деятельности души. The impersonalists in their dreams, they cannot imagine that Vrindavan exists. Что имперсоналисты во сне себе даже там представить не могут, что существует Вриндаван, такая сфера бытия. The positive function of the soul harmonizes the claims of extreme selfishness with those of extreme self-abnegation. Вот такая положительная деятельность души, она примиряет вот эти идеи экстремального самоотречения и экстремального услаждения. Mm-hmm. That means that sometimes a person is taught, should I sacrifice? То есть некоторых людей учат жертвовать всем, то есть такие жертвенники есть. For others? То есть будь готов пожертвовать всем для других. Or should I be selfish and do something just for me? А вот человек иногда в раздумьях, может для себя лучше сделать что-то, быть эгоистом, или надо вот себя в жертву принести на благо там других. So Srila Prabhupada said these two tendencies, they're completely harmonized in the plane of pure bhakti, because that person who is acting in pure bhakti is doing absolutely the best thing for himself and absolutely the best thing for everyone else. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что сфера чистого бхакти как раз примиряет вот эти противоположности, потому что человек в процессе чистого бхакти делает что-то абсолютно, это полное самопожертвование ради других, то есть самое лучшее для других и одновременно самое лучшее, что он может сделать для себя. So this perfect function of the soul. Вот этих векторов, куда тянет человека направление, это все примиряется и задействуется в чистом бхакти. This pure bhakti is perfectly inaccessible by empiric understanding. И идеально, и бхакти это совершенно недоступно эмпирическому подходу. It can only be realized by hearing and serving the pure devotees of Supreme Lord. Чистая бхакти доступна только тем, кто предается чистым преданным и слушает их. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Yeah. Srila Prabhupada ki jai. Jai Gaur Premanande. Yeah.